Доброе утро, или добрый день, или добрый вечер. Всем привет. Новый день начинается. Настя не может садить свои штаны на свою жопу. Это нормально. Чё ты так смотришь? Ты не будешь вставлять? Все, я тебе вставлю сейчас. В смысле, я вставлю это видео. Короче, мы пошли, посмотрим, что у нас там в честь праздника. Всех, кстати, с праздником. 9 мая. Всех вас поздравляем. Да. Не знаю. В общем, пойдем посмотрим, что у нас в городе происходит. Может, что-нибудь найдем прикольное, поржем, поугараем. Все-таки everyday vlog, как-никак. Поехали. Так, друзья, на самом деле мы осознанно не пошли на парад, потому что на нашем пермском параде делать особо нечего. Ничего. Вот. Единственный парад, который более-менее красивый, на который есть смысл ходить, это в Москве. Но а наш он... Пускать. Да. А наш каждый год один и тот же, до хера народу толку нет. Думали хотя бы поесть, сходить на саму эспланаду, чтобы просто покушать, потому что мы хотим кушать. Думали, там можно покушать, но там народу столько, что не хочется там толпиться, мы даже не стали там снимать очень. Ну, очень не... много людей. Очень много людей, да. Не очень прикольно. Вот. Поэтому мы сейчас идем в сторону дома. Хотим все еще есть. Еда. Есть негде, сегодня праздник, половина мест закрыта, нормальных столовок закрыто, открыты рестораны и больше ничего, наверное. Вот сейчас будем думать, чего делать, куда делать. Либо дома будем что-то готовить. Вот, кстати, скверики будем... пустые, народ везде, народ весь находится сейчас там, в центре, на эспланаде. Народу там просто тьма. Так, друзья, у нас тут такой вот повод интересный. Ребята. Это всем Павел, привет. Начинающий видеоблогер, так да, сказать. Ты все-таки хочешь этим заниматься или... Да, я сейчас прощупываю, такой, знаешь, это... Ага. Вообще, как так, это делается? Жена там... Катя приехали к нам за камерой, представляете? Вот просто люди взяли из Екатеринбурга, решили встретиться заодно и приехали за камерой. Начинающий видеоблогер. Как у тебя канал сейчас называется? Пабло Ковали. Пабло Ковали, будет ссылочка в описании, можете обязательно подписаться. Ура, мы успели на салют! И надо где-то припарковаться. Так, здесь припаркуемся. Ура! Романтика. Бом. Откуда запускают? А? Откуда его запускают? Там какие-то солдатские какая-то фигня называется. Военная часть там? Да. Реально крутой солдат. Вы, походу, на самую-самую концовку успели. Успели. Не, ну увидели. А был сочный. Я не могу свистеть. Ну все. Короче, друзья, еще раз повторяю, у нас Паша будет сейчас вести отличный блог. Я уверен, мы с ним обсудили, у него идеи классные, главное, интересные. Главное, он смотрит и ценит правильные вещи. Так что, друзья, еще раз, Павел Кава... Пабло Ковали? Не, Пабло Ковали это что-то как-то так. Пашка, короче, Паха. Пашка, там ссылка в описании, все будет по-простому, друзья. Не будет выпендрежа, все будет как надо, как вы любите, все по-хорошему. Ты меня засмущал. Да. Серьезно, прям. Первая 1000 должна быть от нас, от Паши Насти. Вот так вот я считаю. Главное сейчас, главное, чтобы он сейчас понял, какой канал все-таки будет вести. Давай назовем Паша Катя. Паша Катя. Это плагиатом пахнет. Плагиат. Чем-то здесь пахнет. Так, сегодня мы с вами почти не общались, друзья, но на это был повод. Мы сейчас с вами пообщаемся дома, да? Да. Чтобы был, как всегда, everyday vlog. Давайте, скоро увидимся. Проводили хороших ребят.
На самом деле, не знаю, встретились как-то вообще так случайно. Парень этот написал нам и сказал, можно ли купить у вас камеру. Мы продавали камеру свою. И так совпало, что он из Екатеринбурга приехал за ней. Решил, что не хочет ее забирать по почте. И вот мы встретились, оказались прям вообще крутые ребята. Мы очень рады. Даже как-то от этого общения насыщаешься и получаешь какой-то, не знаю, заряд, да, эмоций каких-то. Знаете, что понравилось? Мы достаточно с Настей особенные люди на самом деле. У нас есть свое мнение поставлено на некоторые вещи. И мне понравилось, что эти ребята, вот они у нас смежные, с ними мнение на многие вещи. Это очень классно. Мало таких людей найдешь, особенно пар. Не так, чтобы как бы человек один был, а вот чтобы была пара, да, в целом. В общем, круто. Мы сегодня весь день, получается, грубо говоря, прогулялись по нашему городу. Нам не понравилась наша гулянка, у нас не было настроения. Я, если честно, был пассивен сегодня в Украине. Вот. А потом, получается, мы ждали ребят, мы дождались ребят, ребята оказались классными, мы с ними сидели, общались сначала прям. Там вообще дело не в камере, мы просто сидели, разговаривали на общие темы, вот у нас очень смежные идеи во многих каких-то параметрах жизненных. Вот. И мы сидели, просто общались. И вот весь вечер мы прообщались. Я честно могу сказать, я бы мог вам снять, как мы общаемся. Но я думаю, что мы с вами сами можем вместе сесть и пообщаться. И вполне возможно, что сейчас, так как у нас не было ничего, мы можем с вами вместе пообщаться вот прямо сейчас, да, Настя? Да. Вот скажи, вот расскажи о себе, Настя. Вот вы, наверное, многое о нас не знаете. Вы, наверное, думаете, что мы какие-то дурачки, может, кто-то думает. Может, кто-то думает, что мы очень хорошая, позитивная пара. Может, кто-то думает, что мы хайпажоры, которые там пытаются бабок на YouTube словить. У всех разное мнение, безусловно, потому что сколько людей, столько и мнений, это нормально. Может быть, вы не знаете, что у нас есть там какие-то переживания, о которых мы вам недорассказываем. Ну, я думаю, так все люди недорассказывают чего-то, даже самым близким своим. Это, есть вещи, понимаете, это не то, что переживание, это стремление. То есть, я могу вам рассказать сейчас, что я хочу сделать, но я боюсь, что если я вам это расскажу, то я этого не достигну. И самые главные переживания, говорите, да? Самые главные переживания, они как раз таки связаны с тем, что я чего-то хочу достичь. Да, то есть, у вас у всех есть какие-то свои желания. Не нужно все свои желания рассказывать ни в коем случае. Потому что, как правило, когда ты все всем расскажешь заранее, ничего не выходит. Да? Да. Я вот в детстве все всегда всем рассказывал. У меня только появилась суперкрутая идея, я сразу же всем ее расскажу. А потом только начинаю действовать. А по итогу всегда получается... Ничего. Фигня. Нужно действовать и все, я думаю. Меньше говорить, больше делать. Да, вот. Меньше говорить, больше делать. В общем... Поэтому, не знаю, поэтому я уверен, что вы увидите все то, что будет происходить. И будете, наверное, понимать нас больше со временем. Поэтому мы делаем этот everyday vlog, в котором мы можем... Раскрыться по-новому. Да, больше показывать себя, больше раскрыться. Я надеюсь, то, что вы будете раскрываться тоже, да? Пишите в комментариях. Пишите, да, очень много приятных комментариев читаю, и мне действительно очень приятно, что есть такие люди. Да, мы вообще сейчас их читаем, начнем с этого, то есть на основном канале мы вообще не читаем комментарии. С этими ребятами у нас удалось именно... Какая-то взаимосвязь. Да, именно взаимосвязь в том, что у нас общие идеи, и мы как-то это вот поняли и решили раскрыться друг другу. И было очень приятно то, что... Наши вот эти идеи, они не только у нас, мы вообще редко находим пары, которые полностью там идентичны нам, да, там не пьют, не курят, у них там нету идей там по поводу каких-то там баров, клубов, там у них вообще совсем по-другому устроен мозг, и не, нету идей там, знаете, работать на работе, там каждый день вставать там с недовольной рожей или там жить в каком-то городе определенном, вот нету этого, у них есть немножко другое, они по-другому смотрят, они не привержены какой-то, знаете, там, их не держит ничто, грубо говоря, они не хотят сидеть на месте,
Да. В общем, Паша, Кать, я надеюсь, вы тоже видите этот влог. Вы очень крутые ребята. Вы классные ребята. Я уверен, что у вас все получится. И мы обязательно к вам приедем. Друзья, ребят, спасибо. Сегодня был такой влог. Наверное, вам многим не понравится, но завтра уже мы идем в батут-центр. Да. И будет намного-намного веселее, позитивнее. Надеюсь, то, что вам будет нравиться с каждым днем все больше. Сегодня мы решили с вами просто немножко поговорить, обсудить какие-то вещи. Сами мы немножко отдохнули, наверное, как-то душевно. Mm-hmm. Поэтому мы ничего не делали сегодня толком, поэтому извините. Но надеемся, то, что вы нас поймете тоже. Желаю вам всего самого доброго, приятного вам дня, вечера, ночи, не слушай, да? Да, ночи, спокойной ночи. Мне, Паша. А вам хорошего дня. И знаете, самое главное, что не нужно останавливаться перед своей целью. Нужно идти к ней.